Николай, вы были в числе тех, кто приходил в Уральскую неделю митинговать против меня. И вы там, когда пришли митинговать, вы сказали, что якобы я вам там назначил встречу. И что якобы я, поводом для митинга вашего стало то, что якобы я призывал выселить из Казахстана всех русских. Мы можем с вами встретиться, чтобы вы мне предоставили доказательства моих слов? Да нет, я ничего, я просто я в данный момент не работаю, ходил, ребята подошли, попросили. А кто подошел к вам? Ну, они не предоставляли. Но они сказали, говорят, Сакимат там все это. Может, они вам деньги дали, там пообещали какие-нибудь? Ничего я не это, какие деньги. Ну, как они вас заинтересовали? Что они сказали? Как они вас заинтересовали? Зачем вы пошли? Просто русские, чтобы сказать, там, говорят, валили, это. Понял. Они вам эти слова мои, какие-нибудь доказательства привели? То есть, показали, может, видео со своими словами? Или там, я не знаю, текст какой-нибудь там, где я что-нибудь пишу. Ну, то, что они заходили в Уральскую неделю. То есть, я правильно понял, вам ничего не показали в виде доказательств моих слов? Да. А они представились как вам? Алло, Николай. Ну, то, что я говорю, мы с Акимата и это. Ага. А те, которые подошли к вам, это как они хоть выглядели? Это те люди, которые вот с плакатами стояли или вот другие какие-то люди? Нет, другие были. Другие? Да. А какие они? Это молодые люди, пожилые? Молодые. Мужчины, женщины? Нет. Ребята были. Они сказали, что вот мы с Акиматом, что это голосовано, а вы просто шли по улице, да? Да. Понял. Денег вам не давали? Нет. Понял. Николай, вот смотрите, на будущее просто. Прежде чем принимать такие предложения, вы хотя бы попросите, чтобы вам показали доказательства таких слов. Потому что я, Лукпан Ахмедьяров, таких слов никогда не произносил, нигде не писал. И, соответственно, никаких... Вот вы приняли участие в митинге, где меня просто оклеветали. Да. Понимаете? А клевета – это уголовно наказуемое деяние. Это статья вообще-то в законе есть, в ответственности. Я понимаю, что вы простой человек. Я не хочу вам создавать неприятности, но просто сейчас вы сами создали такую ситуацию. Ну ладно, извини. Сол, на видео он монтажда псалу отырган азаматтар. Сіздер не угадайсыздер, мен сіздер түсінбейм. Сонда жаңа Қазақстан дегендеріңіз қайды? Бұрынғы ескі тәсілмен лас әдістеріңізбен келіп алып, видеодан монтаждап, әйеліме жібересіздер. Енді келіп алып, Арман, Сартау, Кендалан топтарына жібере батсыздар. Сонда мені мана жұртқа жаман қылып көрсетулеріңіз бе? Әлде мен сіздерге қауіпті болып тұрмын ба? Мен мана депутат болып сайланып кетеді деп қорқып отырсыздар ма? Сіздерге баяғыса үндемейтін, басын шұлғып отыра беретін депутат керек па? Шындықты бетке айтпайтын? Сайлау жақындаған сайын не біріз? Мана лас тәсілдермен, әсістермен шабуыл басталды. Сайлаушылар, мен сіздермен біргемін, мен күрес жолындамын. Шыншыл әлі де күресе беремін. Себебі, осындай мына әсіс тәсілдермен бұлардың жұмыстануы біздің тек қана дұрыс жолда екенімізді білдіреді. Тек қана алға, мен сіздермен біргемін.